Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Bloons Adventure Time. Коснитесь для продолжения. Так, я смотрю, шарики полетели в мир Adventure Time, да? Именно в тот мультисериал. И закрылась вороночка, судя по всему. Так, то есть жили мы, не тужили, и на тебе прилетели, как сказать, тысячи шаров, непонятно откуда, непонятно зачем. И мы, естественно, будем с тобой бороться с этим делом. Угу. Вау. Ничего себе, сколько этих шаров здесь. Ты посмотри. Просто тысячи. Джейк, сюда приближается большое количество разноцветных предметов. Постой, это же воздушные шары. Ого, их так много, им конца не видно. Джейк. Не сейчас, приятель. Джейк. Я в зоне досягаемости, приятель. Джейк. В зоне досягаемости, Финн. В зоне досягаемости. Так, персонажи атакуют воздушные шары автоматически. Просто притащите их на карту и позвольте им начать атаку. Я, конечно, люблю воздушные шары, но эти ребята чертовски опасны. Нельзя их подпускать к домику на дереве. Похоже, они направляются этим путем. Все еще никаких вестей от Джейка. Думаю, мне придется их задержать. Перетаскиваем сюда Финна. Я должен постараться добраться до воздушных шаров отсюда. Идите сюда, воздушные шары. Запускаем. Раунд один. О, да Финн их с полтычка, друзья мои, бомбит. Че ему тут шарики эти воздушные? Вообще на изи. Кстати, у нас с тобой вон тут копится денежка. Да проще простого. Кстати, здесь будет 5 раундов. Это один из них. Последний шарик. Пумс. Есть. Я получаю деньги за лопание воздушных шаров. Пришло время для улучшений. Кликнуть. Это классное улучшение позволяет мне быстрее атаковать. У воздушных шаров нет ни единого шанса. Вот это да. Лучше быстрее. Прокачался. Да. Ощутите мою силу. Запускаем вторую волну. А я могу ускорить? О, так будет лучше, наверное, да? Ну вот и все. С полтычка разбираем. Ой, тихо-тихо, это что такое? Сиди. Так, легко? Давайте следующую волну. Как скажешь, Финн, мне не трудно. Я даже ускорю тебе ее. То есть это, я так понимаю, пока идет тренировка. Ага, ага, синий. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, они направляются к домику на дереве. Похоже, тебе нужна помощь, говорит нам Макс. Так, Макс, это же у нас из Bloons TD игрушка. Тыч, да-да-да, те самые обезьянки, которые с дротиками. Ха-ха. Так, но Финн тут, я смотрю, дальше неплохо наяривает. Эй, кто ты? Меня зовут Макс, и я профессионал в уничтожении воздушных шаров. Следи за индикатором здоровья. Воздушные шары, которые проскальзывают мимо тебя, будут стоить тебе несколько жизней. И если ты не уничтожишь ни одного шара, они выиграют. Будем надеяться, что этого не произойдет. Ну, я буду тоже на это надеяться. Так, ну, Финн пока справляется. Довольно неплохо, если что, у нас тут обезьянка есть, которая прикроет, да? Это Макс. Финн, давай быстрее. А это все-таки один упустил, ну, Макс тут подбил. Друг, ты действительно профессионал. Я еще только разогреваюсь, смотри. Так, большой радиус действия, $150. Такой большой, прям. Я могу поражать шары с большего расстояния. Угу. Так, последняя волна у нас, 5-я. Да мы их тут штабелями, ага. Давай, Финн, быстрее, я же тебе прокачал скорость. Ух ты. Ух ты, тихо.
Это что еще за зеленые шары? Похоже, это последний шар. Уровень пройден. Это у нас что за консолька такая? Мне чем-то напоминает она геймбой, да? Ну, тут почему-то дискетка вставляется. Ладно, неважно. Так, штаб на дереве. Так, сундук мы получили. И что же нам выпадет? 100 монет. Драгоценности 5 штук. И новинка сила. И, естественно, опыт 60. Так, вот что это такое сила, интересно мне знать. Если вы передумали насчет места расположения персонажа, его можно продать, открыв меню. Эй, что происходит? Эй, полегче, дружище, это всего лишь я. Я придумываю форму шара ко дню рождения Бимо. Джейк напугал Фина. Джейк, нас только что атаковали воздушные шары, и Макс помог мне их задержать. Прости, что? Пошли уже. Тут все жрет бутерброды свои. Так, у нас открыт новый персонаж. Ничего себе, Джейк. Тип оружия, инструмент. Балалайка, да, типа? Способности непонятно какие. Плюсы — различные типы атак. Минусы — медленно атакует. А это у нас Макс. Да-да, его любимое оружие — это дротики, я знаю. Так, плюсы — недорогой, эффективный, минусы — низкий урон. Ну, это ничего страшного. Это уж как-нибудь мы переживем, да? Это не к добру. Воздушные шары распространились по всей земле. Похоже, что-то происходит в конфетном королевстве. Нам лучше поспешить. Конфетное королевство. Конфетные жители загнаны в угол. Да, я смотрю, принцесса тоже вроде бы там. Так, а вот и она, да? Раздаются крики о помощи из конфетного королевства. Разблокировка. То есть, если мы пройдем, мы разблокируем с тобой вот эту... Джейк, ПБ в беде, нам нужно сейчас же найти ее. Что? Как ты узнал об этом? Я получил письмо, в котором говорится: Финн, у меня проблемы, сейчас же иди сюда. Конечно, как только мы сможем остановиться, чтобы купить мороженое по пути. Финн, помоги! Пиби, кто это сделал? Кто тебя связал? Со мной все в порядке, лучше защити конфетных жителей. Так, конфетные жители. Угу. Сложность изи. Помогать, конечно, пойдем. Ребят, ну что это? Обычный? Круг вокруг персонажа указывает на его радиус действия. Ну это мы знаем. Что это за лошадь на шарике катается? Ох, ёп-макарёк. Финн, не дай воздушным шарам добраться до конфетных жителей. Ты же знаешь, что я могу просто наклониться и освободить тебя, не так ли? Сосредоточься, Финн. Так, жители конфетные, да? Бедняжки тут стоят, загнанные в угол. Ну, я им не позволю, ребят. Так, берем с тобой Финна. Я думаю, что... А, тут вот они как могут пойти. И вот так. И вот так. Они делают здесь круг. Поэтому нам лучше Финна поставить здесь. А Макса я, наверное, поставлю... сюда. А этот стоит дорого. Джейк-то, он стоит 400 бакинских. Так, раунд один, сколько раундов? 10! Ты серьезно, 10 раундов? Ну-ка, ускоримся. Кто же ее так связал-то, я не могу понять. Ну неужели шары связали ее? Да ну, быть такого не может. Раунд 2. Пока все хорошо и легко, мы с тобой наслаждаемся, Макс. Вообще даже не кипишует. Хотя... Вот, уже пошли посерьезнее шарики. Раунд 3. Интересно, а что будет делать принцесса? Так, вот они, синие шары. Макс, молодец, красавчик, добивает. Ты посмотри на них. Переживают они там. Так, четвертый раунд. Подожди, а я забыл. Вот, ну конечно же, Джейк, давай-ка мы тебя, наверное, а зачем нам туда? Вот сюда мы его поставим. Давай, не бубни, разбубнился. Так, мы же можем как-то, а где у нас прокачка? Принцесса Бульгум должна находиться рядом. Да подожди ты, находиться рядом. У нас прокачка-то, как она идет, я забыл.
Да что ж такое-то, опять сюда я вылетел. Фига, он бомбит, ты посмотри, свои ладошки. На. Освободили. Наконец-то я свободна. Теперь меня ничто не остановит. Принцесса Бульгу, у тебя все это время был бластер, стреляющий жвачкой? Подожди, воздушные шары связали тебя, или ты нечаянно включила бластер, и он связал тебя? Смотри, еще воздушные шары. А, она сама себя нечаянно связала, выстрелив из этого бластера стреляющим жвачкой. Так, ну что, мы тогда продолжаем с тобой. Раунд 6. Ну, Финн пока молодец. А, она замедляет. Она замедляет эти шары. Так это ж круто. Следующая волна. Давай. Отлично. Слушай, ну как же прокачиваться-то можно? Я уже забыл. Может быть, это сейчас не обязательно, а? А, вот же, ё-моё, да что ж такое-то, ребят. Ну вот же улучшение, ё-моё. Лучше и быстрее. Так, принцесса Бульгун должна находиться рядом. Так, еще лучше, еще быстрее. Гибкие ноги. Что там? Увеличивает область поражения всех атак. Прокачиваем. Игрок с мечом. Прокачиваем. Ну вот. А я что-то подумал, что это совсем другое. Не то, что... О, рука-молоток. Нога-топор. Нога-топор. Такой смеется. Типа, ха, крутой апгрейд. Нога-топор. Да тут, по-моему, один Финн справится. Нет. Джейк тоже помогает нам. Так, ускоряемся. Последняя волна, кстати. Что случилось? Муав на подходе. Воу. Подожди, а что делать? Мать всех воздушных шаров. Что это за штука? Эта штука большая проблема, и мы недостаточно сильны, чтобы уничтожить ее. О нет, этот шар доберется до конфетных жителей, мы проиграем. А мы не можем просто еще раз попробовать или продолжить за монеты, или за какие-либо другие предметы? Пора применить тяжелую артиллерию. Опа. Ага. Подсказка силы. Сила — это элементы одноразового применения, которые оказывают огромное влияние на ход игры. Они включают прокачку персонажа, полноэкранные эффекты, которые могут помогают уничтожить все воздушные шары и многое другое. Силы увеличиваются по мере повышения общего рейтинга игрока. Воспользуйтесь взрывными объятиями, чтобы спасти конфетное королевство. Оу. Финн, это было потрясающе! Что это было? Сила объятий. Что бы это ни было, оно спасло конфетное королевство. Вот так вот. Так, молодцы, ребята. Круто постарались. Так, ну что, монетки 20 штучек. Очки опыта 60. И все. Жаль, картишку никакую нам не дали. Так, ну что. Я хочу проанализировать некоторые образцы воздушных шаров. Мне просто нужно найти... А, вот где он. Мой старый указатель волны шаров. Свинцовые шары, а что с указателем волны шаров? Мой указатель волн шаров бесполезен. Согласно этим данным, в любой момент в ВУ может прибыть еще больше мощных воздушных шаров. Ну же, я не боюсь воздушных шаров. Они увеличиваются в несколько раз, их надо остановить. Дай мне Эндрихиддион. У нас его нет, принцесса Хот-Дог одолжила его. Она в смертельной опасности. Нам надо сейчас же уходить. Угу. Слушай, а тут смотри, тут еще сложности какие-то. Мы с тобой только одну медальку получили. Значит, идем сюда. Также можно использовать золотые монеты и сундука для приобретения дополнительных сил. Редкие силы стоят намного дороже. Кто там? Кого? Чего? Это кто такие? Друзья или враги? Не пойму пока. В общем, они идут по круговой, потом сюда, да? Значит, Финн. Встанешь сюда. Подожди, пока не будем тебе прокачку делать. А Макс, если что, встанет... вот сюда.
На самом деле это плохое место для Макса, потому что он будет, ну, вот эту вот только часть брать обстрела, а вот это вот у нас просто будет простаивать. Глупо, конечно, сделать чуть-чуть, ну да ладно. Сколько волн? Здесь будет 12 волн. Поехали. Тут какая-то собачка в будке и... А почему у него тут, смотрите, сердечко есть? Это помощник, что ли, какой-то у нас тут? Кто это вообще такой? Раунд 2. О, смотри-ка, второй появился. Ну это друзья, я так понимаю, же, да? Нормуль, Финн, отлично справляешься. Так, давай следующую волну. Видишь, вот он стоит тут, помощничек. Наверное. Пока он просто стоит и любуется, как я бомблю шарики эти. Точно он помогает, смотри. Хм. Ну тогда норм. Так, сколько нам? Джейк стоит 400, а принцесса стоит 650. С вашего позволения, и я сделаю ее вот так. Поближе. О, пускай стоит здесь. Мы будем защищать наше королевство. А их не королевство, я так понимаю, это будка. Это что, блоки, что ли? Будут они защищать свое королевство? Нет, ну я, конечно, не против. Защищайте, все, молодцы, ребят. Но... Вы хотя бы стойте нормально. А то, смотри, один-то сейчас отдуплится. И это будет не есть гуд. Давай, давай, давай. Ой, лопнул. Ага. Здесь все хорошо получается. Давай следующую волну вызываем. Ух, шикандос. Так, 650 мне нужно, чтобы позвать принцессу. Как это, бугульмазывать или? Принцесса Бубльгум. А, ну Бубльгум от слова, ну, жевательная, короче, принцесса. Ты посмотри, какой у нее офигенный, ребята, радиус. Вот сюда я ее поставлю. Пока у нас 4 персонажа. А будет этих персонажей здесь, ух, как много. Блин, жалко мне вот этих малышей почему-то. Не знаю почему, но им жалко. Они умирают потихонечку. А, ну и они тут также и появляются. Потихонечку. Так, зеленые шарики — это самые противные шарики. Есть контакт. Слушай, 8-й раунд, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем легкую такую прокачку. Ух ты, знакомство с оружием, это что такое? Область поражения при атаках с оружием увеличивается. Сделаем. Так, а что у нас у Финна? У Финна ничегошеньки. Поехали. Так, а смотри-ка, уже синие шары пошли. Нет, вот тут и красные есть. Ух ты, желтые какие-то. Ну, здесь вроде бы неплохо. Мы отбились. Давай следующую волну. Так, что-то мне вот это совсем не нравится. Смотри. Угу. Замечательно. 597 монет. Так. Игрок с мечом. Лучше быстрее. И гибкие ноги. Пока так. Угу. Предпоследняя волна. Блин, принцесса, конечно, хорошо, но она так медленно стреляет, если честно. Окей. И, наконец, последняя волна. Стоп, 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 стоп. Не надо так быстро. Что сделаем? Что? А, уже все? Я думал, сейчас надо прокачивать. Так, ну мы с тобой прошли. Энри Хидион. Сундук наш. 20 монет, 60 опыта и все. Так, пройдите все карты вашего приключения, чтобы разблокировать сундук приключений. Принцесса Худок, можешь выходить. О, Финн, я была так напугана. Как зовут твоего маленького симпатичного друга? Принцесса, это я, Джейк. Думаю, она говорила обо мне. Здесь есть место только для одного пушистого красавчика, приятель. Финн, откуда же взялся этот парень? Принцесса Худок, Энхиридион все еще у тебя? Да, я сижу на нем все это время.
В Энхиридионе написано, что при лопании воздушных шаров нам откроется доступ к шарам желаний, с помощью которых можно получить уникальное оружие и потрясающую добычу. Уникальное оружие? Потрясающую добычу? О, мой шар, Джейк, ты слушаешь? Конечно, дружище, пришло время повысить уровень. Оу, принцесса Бубльгум. Так, типа оружие. Замедлять шары, используя жевательную резинку. Низкий урон. Так, повышение рейтинга. Начальные деньги, ничего себе. Так, и насколько я могу понимать, что это такое? А, чтобы собрать? И что же нам тут выпадет? Такой сундук. Тыдыч, смотрим. Так, 100 монет. Драгоценные камни. Пирожные Фина. Осколки. Шар желаний. Ух ты, сила. Замечательно, друзья мои. Эй, почему на этих пирожных мое лицо? Я все объясню тебе, Фин, но чуть позже. Похоже, ты нашел шар желаний. И что? И что теперь будет, если мы нашли с тобой? Приятель, мы нашли наш первый шар желаний. А вот и наша замечательная добыча. А так, выбери свою добычу. Ага. Наш приз. 3 потрясающих предмета. Чур мое мороженое. Джейк. Ребята, успокойтесь. Вы должны кое-что узнать о шарах желаний. Ну вот, всегда есть какой-то подвох. Из шаров желаний выпадает 3 предмета, но выбрать можно только один. Так что выбирайте с умом. Мой старый меч. Я не видел его примерно 5 лет. Иди к папочке. То есть мы должны взять меч, что ли? Так, параметры. Колющая сила плюс 2, плюс 1 за 3 звезды. Особые товары без особых свойств. Финн, я очень хотел мороженое. Прежде чем они вернутся в недра земли, у вас есть возможность получить второй предмет. Вот это другое дело. А черт, придется заплатить драгоценными камнями. Не волнуйся, приятель. Я вернусь за тобой. Так, то есть если мы что-то с тобой хотим, нам нужно потратить безделушки. Ладно, возьмем. Дает 3% повышения скорости атак взамен, если надет на Джейка. Финн, ты лучший всех. Могу я его съесть по дороге домой? Джейк, мы не идем домой. Мы должны уничтожить воздушные шары, а перед этим подготовиться. Следуйте за мной. И куда это мы отправляемся? Персонажи. Финн, нам надо улучшить твой старый меч. Новый старый меч. Ага, Финн. Классно, МПБ. Как мне улучшить свой меч? Это очень легко, я покажу тебе. Так, берем ячейку. Новинка. Чего, снарядить или информация? Перед улучшением оружия необходимо посмотреть его статистику и другие специальные возможности здесь. Давай, улучши. Снарядить. Великолепно, я же говорила, что это легко. Да, давайте вернемся туда и опробуем его на наших резиновых врагах. Финн, помнишь пирожные, на которых было твое лицо? У нас у всех есть специальный талисман, который мы можем использовать для повышения уровня. Вот у тебя это пирожные. Чтобы повысить уровень, я готов. Это очень легко, попробуй. Повышение уровня. Ах, вот оно что. Так, безделушек плюс 1. Для ячеек открыто. Ну и бонусы к базовой атаке 0,1%. Да. Да, это было потрясающе. Я чувствовал себя лучше, быстрее и сильнее. Это потому, что все твои боевые навыки возрастают каждый раз, когда ты достигаешь нового звездного уровня. Эти воздушные шары чертовски сильные. Нам нужно продолжать повышать свой уровень, чтобы победить их. Угу. Подожди, моя очередь. Хорошо, Джейк. Получи мороженое точно так же, как Финн получил меч. Так, ну что, мороженое, да, значит?
безделушки. Снарядить. А, вначале нужно почитать, да? Так, вкусно, что даже атака идет быстрее. Это должно быть из-за сахара. Эффект будет больше, если оружие будет использовать знаток мороженого. Такой, как Джейк. Дает 3% повышение скорости атаки взамен. И если надет на Джейка. Угу. Так, вкусно. Я чувствую, что полон энергии и сил. Похоже, моя скорость атаки возросла в 3 раза. Это как раз то, что нужно, Джейк. Мы можем вернуться туда. Да, пошли. Я хочу найти другой шар желания и получить еще мороженого. Ты серьезно? Так, ну что? Все только начинается. Теперь ты должен отправиться в УУ и искоренить такую угрозу, как воздушные шары. Отправляйся в захватывающие новые приключения, заводи верных союзников, находи мега оружие и тонны безделушек, которые помогут тебе в битве. Только не забудь о еде для Джейка. Чего ты ждешь? Пришло время приключений. Вот так вот. Навстречу приключениям. Так, собери 2 бронзовых сундука из квеста «Зима близко» в Снежном Королевстве и разблокируй Снежного Короля. А, так тут еще и квесты у нас. А вот и Королевство, да, Снежное? Тут мы получаем какого-то нового героя. Тут новый герой, тут сундук. Тут вот она, как карта двигается. Слушай, ну прикольно. И гора какая-то живая. Тут конфетное королевство. А кто такой? Марсианские игры? Захватите марсианский трон? Серьезно? Как-то так. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, мы с вами на этом закончим серию. Обязательно увидимся в следующей. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.